Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9, урок 5. Разложи на полке треугольник, квадрат и кружок разными способами. Первый способ уже представлен на одной из полок. На второй полке фигуры разложим таким образом: треугольник, круг и квадрат. Поменяли местами. Далее. На первое место положим квадрат, затем круг и треугольник. Четвертая полка. Квадрат, но круг и треугольник поменяем местами. Следующая полка. Круг, квадрат и треугольник. А шестая – круг, но треугольник и квадрат поменяем местами. Получилось 6 разных способов. Как всегда, 3 различных фигуры мы можем разложить 6 способами. Элементы чистописания. Цифры 3-1, 3-2, 3-3. Пропускаем клетку, далее повторяем 3-1, 3-2, 3-3. Так до конца строки. Вторая строка. Треугольник, вершина внизу, красная точка. Круг, треугольник, но вершина уже вверху, точка красная. Два круга, красная точка. Треугольник опять, но вершина вниз, красная точка, но два круга уже теперь стало три круга. Далее пойдет красная точка, треугольник, но вершина вверху. Опять красная точка, но кругов уже будет не 3, а 4. И так до конца строки. Узор. Начинаем узор от второй строки вниз на 3 клетки. Одна клетка вправо, диагональ, вправо, вверх, диагональ, диагональ. Одна клетка вниз, вправо, диагональ и 3 клетки вправо, а затем узор повторяется. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.